Пензенцы включились в борьбу за победу во всероссийском конкурсе на лучший двор страны. Среди них и жильцы 45-го дома на улице Пушкина. Они своими силами превращают территорию перед многоэтажкой в уютный оазис. Для самих себя стараются. Хотим, чтобы он был комфортный, удобный, чтобы детям было комфортно здесь находиться, гулять, играть, чтобы это было не только для маленьких детей, но и для подростков, для школьников, чтобы они могли заниматься спортом и весело проводить время в нашем дворе. Некоторое время назад активные жильцы объединились в совет дома, в который входит 15 человек. Затем был создан фонд собственников. На общем собрании постановили копить деньги, а потом совместно решать, что улучшить во дворе для удобного проживания. Потребовался нам год, чтобы собрать средства. Идет полная модернизация двора. Меняются покрытия. Будет малышковая зона с прорезиненным покрытием. Значит, будет зона 6+, подростковая взрослая зона с тренажерами, скамеечки современные, лавочки. Жители задумались о том, что пора цветники менять на газоны, туи, часть цветников оставить. То есть здесь идет полностью все в тандеме. Жители большие молодцы. А чтобы об их положительном опыте узнала вся страна, жильцы Пушкина 45 решили принять участие во всероссийском конкурсе. Из 6 номинаций выбрали 2 – «Лучший двор» и «Самый дружный дом». Для того, чтобы подать заявку на участие в конкурсе или отдать голос за понравившийся многоквартирный дом, существует единая площадка – это сайт «Мой дом». На нее можно зайти, собственно, подать заявку, либо же проголосовать и отдать свой голос за понравившийся многоквартирный жилой дом. Кстати, от Пензенской области на участие в конкурсе подано 43 заявки. Народное голосование на сайте мойдом.ер.ру будет проводиться до 8 декабря. Затем жюри подведет итоги и 20 декабря объявит победителей во всех номинациях.